сделали на Ешку полноценный выхлоп. Прокачали его таким образом, чтобы клиент завтра поехал, прошил стейдж 1, прошил попкорн, чтобы она еще, помимо всего прочего, вот что она рычит сейчас, еще она простреливала. И это, по-моему, очень круто. Мы сюда воткнули даунпайп из 2-миллиметровой нержавеющей стали, убрали резонатор, доработали штатные банки. Если бы мы сюда другие банки поставили, а не дорабатывали штатные, звук был бы хуже. Звук был бы более басовый. Басы. Но давал бы, ебанешься, какие вибрации по кузову. Этого не случилось, этому я очень рад. Ты еще не катался в салоне. Скажи, пожалуйста, вот внешне, как тебе вообще, ну, по звуку? Просто вообще шикарно. То есть я даже и не ожидал то, что будет подобное. У тебя Цешка, ты к нам на Цешке приезжал. Цешка звучала просто божественно. Да, вообще прям. Я из-за этого приехал и думал, 100% что-то здесь придумаете. И это просто реально очень клево получилось. Спасибо большое за оказанное доверие. Вот. И вам спасибо. Рады стараться.